Добрый день, друзья! А может быть, у кого-то уже и вечер. Ну вот сегодня я решила постряпать пирог с мясом или пирожки с мясом. Но тесто будет необычное, простое. Вода, соль и мука. Ну я еще разобью туда яйцо и 2 ложки растительного масла. Ну начиночка-то у нас будет шикарная. Это будет там картошка кубиком, лук кубиком и куриная грудочка тоже кубиком со специями, кто какие любит. Но какие у нас пирожки будут получаться, давайте будем готовить вместе. У меня 1 килограмм муки взвешено, ровно 1 килограмм муки. Я высыпаю уже в ту емкость, где уже просеяно, где будем заводить тесто. Что нам нужно? 500 миллилитров воды. Соль нужна обязательно. Ложка и еще ложка. 2 ложки я чайных посыпала. Разбиваем сюда яйцо. И от 1 яйца только мы белок сюда возьмем. Белочек. А желток оставим для смазки нашей выпечки. И выливаем растительное масло. 2 столовые ложки. Давайте все размешаем, чтобы соль разошлась. И замешиваем тесто. Делаем углубление, льем нашу смесь, получилось вот такое тесто. Податливая, хорошая. Сейчас я его минут на 10-15 покладу и пусть оно отдыхает. Накроем, пусть постоит в стороночке, а этим временем мы будем готовить начиночку. Начинку мы накрошили, я ее хочу размешать просто на столе, потому что в емкости будет неудобно. Я буду размешивать на столе. Смотрите, какая красота. Я сейчас сюда добавлю перец черный молотый по вашему вкусу, перец чили тоже по вашему вкусу. Я паприку люблю, я ее всегда добавляю везде. Прям ее вот люблю и все. И всех приучила, уже все едят. И куркуму добавляю. Друзья, это необходимые специи, куркума и паприка, которую мы должны употреблять. Также я имбирь, который тоже сюда добавляю. Ну и добавлю розмарин. Он любит к мясу. Вот так его перетереть. О, какой аромат пошел. Так, и надо посолить. Все это делаем по вкусу. Все, друзья, посолим. Ложки 3-4 я добавляю сюда растительного масла. Для сочности. Все хорошо перемешиваем. Все, начиночка готова. Будем сейчас заниматься с тестом.
раскатали пласт. Вот такой он у меня толщины получился, видите? Вот. А теперь мы все это смазываем хорошо сливочным маслом. Можно растительным маслом смазать. Пожалуйста, кто как желает. Можно рукой смазать, потому что это будет очень быстро. Все, в рулетик замотать. А теперь нам нужно положить на какую-то посуду его. Ну, чтобы он вошел, этот рулетик, да? Вот так. И на полчаса или минут на 40 отправляем в морозилку. Наши сочни, смазанные сливочным маслом, полежат минут 15, ибо дальше будем работать. Смазываем желтком и посыпем кунжутом. Духовка разогревается на 200 градусов. Сейчас будем выпекать. Сколько будет выпекаться, я вам скажу. Это я достала из морозилки. И разрежем сейчас мы. Вот такой формы еще сделаем. Смазываем яйцо. Ту выпечку я просто желтком смазала, которую разделывали, тянули тесто из вытяжного теста, а эту просто яйцом. Друзья, испеклись наши пирожки. Посмотрите, какая красота. Вот эти, это которое тесто мы тянули. Посмотрите, как оно слоится. Сколько слоев, да? Вот я его разломаю. Посмотрите. Это такая вкуснота. Прелесть. А потом еще мы делали по-другому, да? Просто раскатывали, сворачивали в рулет, в холодильник закладывали, а потом резали и делали тоже. Посмотрите,
какое все слои от него так вот и лезут, да? Посмотрите. Начинка пропеклась. 40 минут все пеклось. Вы посмотрите, какая хрустяшка. Ой, как вкусно, друзья мои. Готовьте. Посмотрите. А курочка здесь лежит такая желтенькая, с куркумой. Картошка мягкая-мягкая. 40 минут, 200 градусов. Все перепечено. Все, друзья мои. Ну, посмотрите, сколько всего. На сегодня все. До новых встреч, друзья.